Ну что, сегодня все фокусы будут для Сани? Конечно. Давай, день рожденческий фокус у тебя есть? День рождения. Что вот день рождения нужно делать? Отчаянно веселиться. Я не знаю, я уже... Если ты кроешь рукосуев, то можно делать что угодно. Давай, Антон. Этот день я обычно пропускаю. Итак, магия, фокусы. Ребята, для первого трюка мне потребуется купюра. Любая, в идеале, номинал. Ты не у тех людей это попросил. У меня случайно с собой... Но я не знаю, зря, может быть, я отдаю. Это единственная купюра, которую нет, у меня есть. Нет, нет, нет. Я смотри, на самом деле. Она размножится? На самом деле. Я согласна. На самом деле, я по деньгам умею делать предсказания. Так. Например, вот смотрите, я владелец этой купюры очень красивый человек. Так. Пока точно. Никто не знает. Откуда она? Умный. Щедрый. Похоже, да, это моя купюра. Щедрый. Лера ее достал точно из кармана. Почему твои деньги там? Еще, знаете, небольшой факт тебе, Лера. Ты наивная, потому что так легко отдала фокуснику деньги. Итак, фокусы. Так, фокус не будет связан с купюрой. Я надеюсь, что мне станет 5, и я смогу купить тортик для именинников. А теперь не получится. Что-то. На самом деле, я повышаю ставки. Я повышаю ставки. У меня есть 5 конвертов. В одном из них находятся деньги. Это 5000 рублей. Я угадала. Прикиньте, прикиньте, да. Поэтому Лера, собственно, сделала ставочку и может поднять. Стой, это она как может лотерея. Меньше выиграть. Нет, она может проиграть все. Либо удачи. Выиграть больше. Я ставлю. Это казино. Итак, чтобы эти конверты не были просто 1, 2, 3, 4, 5, и мы быстренько наигрались, я предлагаю следующему. Познакомимся с конвертами. Они, на них на всех что-то написано. Но прежде всего скажу следующее. В одном из 5 конвертов находится 5000 рублей. Это я сказал. Во всех остальных находится игральная карта, как подтверждение того, что с вами играет мошенник. Так. Можно вопрос? Что, мошенники? Вот если Лера сейчас выиграет, она заберет 5000 рублей, вы в новогодние корпоративы будете продолжать транжирить деньги? Я верю, что да. Все, тогда звоните Антону. Да. Итак, познакомимся с конвертами. Этот конверт что-то. 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 В них во всех что-то есть, но только этот конверт называется что-то. Соответственно, там либо деньги, либо карта. Либо карта игральная. Ничего. Ничего. Вы можете подумать, что именно в этот конверт я ничего не положил. И не выберите его. А там на самом деле находятся деньги. Или нет, потому что я думал, что вы думаете, что я думал, что я знаю, что вы думаете, и поэтому поступили иначе. Ничего. Поэтому может быть ничего. А может быть ваш. Ваш. Вы подумаете, это ваш конверт, надо брать. Ваш. Но нет, ребята, они все мои. Я же сам распечатал на них эти бумажечки, наклеил и внутрь положил. Вы помните, либо карты, либо деньги. И вы смотрите, ситуация. Если я отдам ваш конверт вам, то он станет... ну, если вот я тебе даю его, Семен, то ты скажешь, что это мой. Мой, конечно. Но ты будешь не прав, потому что есть конверт мой. Это мой? Да, да, но это мой конверт. Ну, или а мой. Это ваш. Пока твой. И если ты заметил, то мой немножечко больше, чем ваш. Так, а значит ли это, что там деньги? Это значит, что генетически я просто сложен удачно. Если... И последний конверт — это любовь. А можно уже выбирать? Так быстро тест. А если, Лера, ты бы знала, что в конверте любовь лежит любовь, а в другом конверте пятак, что бы ты выбрала? А любовь на сколько? Ну, на 3200. Нет, тогда 5. Любовь за пятак. Я имела в виду, сколько по времени, ну ладно. Итак, кто первый делает ход? Ну давай, Семен. А я могу выиграть Лерины деньги? Нет, ты мне их отдашь. Давайте по очереди, да, чтобы было повеселее. Я возьму любовь. Ты возьмешь любовь. Мне кажется, Лера только что собирался. Ну да. Ну пусть Семену нужнее. Пожалуйста. Давай, давай как на Оскаре. Я очень волнуюсь. А, открывай. Давай, давай, давай. Посмотрим, что там, что там, что там. Что? Карточка пластиковая? А, нет. Я король. Ты король. Это хорошо. Это хорошо. И радуйся. Сбрасывай. Что тут хорошего? Я хотел пятак. Ты король. Сбрасывай. Зато ты король. Карту тоже сюда. Держи, пожалуйста. Королей есть все, зачем ему пятак? Лер, твой выстрел. Что-то, ничего, ваш, мой. Ну, мой. Твой? Мой. Держи, пожалуйста. Ну, давайте как на Оскаре. Ну, я очень волнуюсь. Я очень волнуюсь. Мне хотелось бы сказать какие-то слова, но я просто валет. О!
король бьет вольта. О, пока. Пока пятерка моя. Это такой очень странный дурак. Сдаем по одной карте. Ладно. Итак, Семен, еще один твой выстрел. Что-то, ничего или ваш? Так, сегодня, 21 октября, на мне лежит большой груз ответственности забрать у Антона 5000 рублей, которые он приобрел в банке приколов для Леры, да, и не вернет ей 1000 рублей, которые она приобрела в Центробанке. Я беру что-то. Что-то? Пожалуйста. Ну-ка, что же там? Итак, если, Лера, там 5000 рублей, я обещаю, что мы поделим их пополам, хотя ты этого не хочешь. Тысячу тебе, 4 мне. Так и быть, восьмерку мы тоже поделим пополам, у нас 2/4 пик. Ну, что тоже неплохо, знаете. Держите, что-то... Ладно, забирайте. Давайте, Лер, осталось не так много вариантов, осталось ничего и ваш. Ничего. 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 Мне было бы, мне кажется, интересно с тобой бизнесом заняться. Ты такой партнер, который согласен на ничего. Я ничего хочу. Опять валет, это что такое? У тебя 5 валет? В колоде 2 вольта, Лер. Да, да, их 4. Да, вообще, вот. Это у тебя уже пара. Если соберешь третьего, то итак, в покере ты бы выиграла много денег. Друзья, в самом начале я сказал, что это ваш. Ваш. Но на самом деле это был мой, помните, я про это говорил. Поэтому так уж получилось, что сегодня в эфире ребята не смогли выиграть 5000 рублей. А они точно там? Спасибо. Мне кажется, что что-то... Вот, нет, это такая ты вот прям безо всякого доверия ко мне. Я столько лет хожу к вам, вы все еще не доверяете. Мы из-за этого и не верим тебе. Вы думаете, надо открыть, чтобы... Зрители точно мне доверяют и уверены в том, что не мог их кролик обмануть. Ну, мы бы могли это проверить, конечно, но не можем. Поэтому давай прямо сейчас увидим. Они еще и размененные были! Что за шик? It's magic! Так, ваш, хорошо, мы поняли. Выбирайте ваш, так надежней. Сегодня говорили про мошенников, так вот, мы знаем теперь, кому нельзя доверять. Одного вы знаете. Если вам когда-то звонили, говорили, здравствуйте. Вы карточку не теряли, код никому не сообщались, дайте, это кролик рукосуя. Нет. Вы меня не знаете, вы меня здесь не было. Ну что, а мы так и закончим фокус, когда мы продали 5000 рублей? Слушай, может, мы как-то выиграем? Может, мы как-то вернем Лере деньги? Конечно, конечно.